Аукционный дом «Кристис» в Лондоне выставляет на торги кубок Олимпиады 1896 года. Тогда он достался греку Спиросу Луису, победителю марафона первых Олимпийских игр современности. 116 лет семейная реликвия простояла на каминной полке. Теперь потомки спортсмена собираются выручить за нее от 120 до 160 тысяч фунтов стерлингов. Это, вероятно, один из самых захватывающих памятных олимпийских предметов, которые мы когда-либо видели. Выигравший марафонский забег Спирос Луис работал простым водовозом. Он стал гордостью нации. До этого греки ни разу не брали первенство в этом виде спорта. Думаю, своей победой он действительно всех воодушевил. Вся страна была в восторге от того, что Спирос Луис выиграл для греческого народа этот кубок. Серебряный кубок будет выставлен на торги 18 апреля. Кроме него на аукционе представят 26 старинных олимпийских афиш, а также 8 олимпийских факелов. Стартовая цена факелов Олимпиады 1992 года в Барселоне и 1996 года в Атланте – 700 фунтов. А вот факел, который в далеком 1936-м зажег олимпийский огонь в Берлине, обойдется его будущему владельцу не меньше, чем в 3000 фунтов.